зовут Миланка. Вы на гостном канале Миланка Супергерл. Сегодня я снимаю вторую часть видео, повторяю позы йоги. А перед началом видеоролика не забудь подписаться на мой канал. Нажми на красную кнопочку «Подписаться». И нажми на колокольчик, не забудь нажать, чтобы не пропустить моих новых классных видео. Также не забудь поставить лайк, написать комментарий. Подпишись на мои два инстаграма, ссылочка на них в описании. А также я теперь есть в Лайк. Да-да, тоже подпишись. И мы начинаем. У меня есть телефон. Не обращайте внимания, что он побитый, просто я рукожоп. У меня есть телефон. Тут скрины поз йоги. Сейчас я вам буду их показывать. Пытаться их повторить, а вы в комментариях должны написать, насколько у меня это получилось от 1 до 10. И вот, давайте, в мерах безопасности, а то будет очень плохо. И первая наша поза это вот такая. Тут женщина стоит перпендикулярно полу на одной ноге. Почему бы твистом сидеть, не смогу повторить. Я отбирала самые легкие просто позы. Еще и болею. Дубль не получился. Дубль на амбату. Что получится? Оценивайте, насколько у меня это получилось от 1 до 10 в комментариях. Какая же у нас будет следующая поза? Бам-бам-бам-бам-бам. А я думаю, вот такая. Мне кажется, очень прикольно. Давайте повторять. Женщина, она стоит просто на голове. И вот так делает руки. Надеюсь, мне своим хвостером удастся. Ну, все нормально. Хвост помех никаких не дает. Обычно упал. А последнее слово остается за вами. Пишите. Как думаете, какая будет следующая вот все позы? Как думаете, какая будет следующая? От 1 до 10. От 1 до 8 будет ли поза сделать. Давайте. Закрытыми глазами. Пом. Кто угадал, что будет вот эта поза, тот молодец. Повторяем. А если вы хотите третий выпуск, то собираем 10 лайков, и я его делаю. Так. Ну тут, в принципе, ничего сложного. Она просто села по-турецки, сделала так руки и закрыла глаза. Не получится. И перед видео сделала. Нам же надо прям копию, поэтому я тоже закрыла глаза. Текс. Давайте, какая будет следующая? Давайте я так вот, любовь.
Кто угадал? Лайк. Это поза. Ну, тут, в принципе, я отбирала самые простые. Но по второму видео даже были посложнее. Тут надо. Просто смотри, чем больше ты выпусков снимаешь, тем тяжелее найти, потому что не можешь повторяться. Тут женщина просто и так, так, и руки в сторону, и смотри. Вот. Пытаюсь. Мне повезло, что у всех женщин делают как просто могу сменить, но не надо, у них тут. Не могу устоять. Так. Иди по ноутбук. Я тебе кажется, что слово понимаешь? Ага. Женщина прям кослопая, только. Пишем, насколько я справилась. Давайте выберем, какую же. Четвертую. Пишем. Пишем, 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 пишем. Пу. Смотрите. Вот такая вот позиция. Тут женщина тоже стоит точно так же на голове, только она еще согнула ногу. Она носки не натянула. Как так можно? Как так можно? Носки не натянула. Ладно, давайте повторять. Все то же самое, только что она отстегнула. Поза, в принципе, достаточно легкая, если я ее правильно сделала. Давайте на все. Я посмотрела и поняла, что я делала на ее так. 90, а надо сделать их вот так. Справляемся, справляемся. Ничего, исправляемся. Так. Почему женщины не делают вот так? Почему не так? И не надо. Так. Вот йога трудно. Последнее слово за вами. Следующая поза. Так, какие я сделаю? Ну, давайте, пусть будет это. Эта поза достаточно простая, как по мне. Просто мостик на коленях. И типа вот так прогнуться, вот так. Вообще не так просто, как мне кажется. Не знаю, что вышло. Я посмотрела, у меня опять не так. Кто бы сомневался. Исправляемся. Это получилось только еще хуже. Пишите ваше мнение в комментариях. Мы уже сделали. Раз, два, три. Вот это. Мне кажется, это самая простая поза в сегодняшнем видео. Я помню, как ее называть, я забыла. Давайте повторяем. А как у меня получилось, пишите в комментариях. Нам осталось повторить еще две позы. Первые это this is. Это вот такая поза. Вот такая поза.
Почему у нее получается стоять? Если она стоит, допустим, так, то у нее так. А если она стоит, допустим... Я не могу понять, почему она стоит над попой, и у нее волосы сзади, хотя плойки у нее должны быть не спереди. Это, кстати, для нас тайны. Не мог. Синий. Пишите в комментариях, насколько вы считаете, я справилась с этим заданием. А у нас осталась последняя поза. Декс. Вот такая поза. Не обращайте внимания, тут Мария, о май гад. Вот такая тут поза. Раскладываем руки под бедра и вот так поднимаем. Никто не запрещал держать бедра руками. А как получилось, пишите. Я прочитаю все ваши комментарии и учту свои ошибки. Ну а если вы хотите третью часть, то собираем 10 лайков, и я ее снимаю. Не забудьте подписаться на мой лайк, на мои 2 инстаграма, подписаться. Всем хорошего дня, месяца и хорошей учебы. Всем пока. Мы тут посмотрели ролик и поняли, что у нас не хватает одной позы. Поэтому мы это сейчас доснимаем, но, скорее всего, это будет в середине, вряд ли мы это конец поставим. Вот, в общем, вот такая вот поза, последняя, но она будет в середине времени, 4-5. Вот такая вот поза, тогда достаточно простая, это про женщину встала вот так вот, полупоперечной, одна рука так, одна так. Сделаем. Последнее. Последнее слово за вами.